Песнями и танцами отметили начало учебного года на школьной ярмарке в Химках. В торговых рядах по соседству с фруктовыми лавками появилась специализированная палатка. Здесь есть все, что обязательно пригодится ученикам: канцтовары, рюкзаки, школьная форма и даже обувь. Подготовка к 1 сентября особенно волнительна для тех, кто в этом году переступит порог школы впервые. Администрация Химок взяла под свое крыло первоклассника Максима. Сергей Банников, эксперт управления предпринимательства и владельцы палатки, помогли мальчику подготовиться к празднику. Подобрали стильный костюм, рубашку и галстук алого цвета. Тут нам все подошло, красота. Будет у нас самый красивый первоклассник. Мы собрались, чтобы помочь молодому человеку собраться к школе. Подарили ему рюкзак, форму, чтобы он красивый и нарядный пошел в первый класс и только радовал родителей своими оценками и успехами. В подарок первоклассник получил еще и модный яркий ранец. Внутри есть все, что пригодится на уроках: тетради, ручки с карандашами, пенал, пластилин и краски. Мне подарили костюм, рюкзак, и я пойду в первый класс. И мне очень нравится. А ты ждешь школу, да? Что там будет интересно? Что тебе рассказывают вообще про это? Что мы учим там буквы, писать, читать, цифры учим. В сентябре администрация Химок также подготовила приятный сюрприз для льготных категорий граждан. С 10 по 15 число вблизи дома номер 60 по Юбилейному проспекту будут по сниженным ценам продавать фрукты, овощи и текстиль. С 9 по 16 число такую же акцию проведут еще по двум адресам: Мельникова 2Б и в микрорайоне Сходня, рядом с железнодорожной станцией.